Писал тебе вселенскую форму личности Бога, состоящую из грубых материальных элементов. Тот, кто действительно стремится к освобождению, сосредоточивает свой ум на этой форме Господа, потому что в материальном мире нет ничего, кроме нее. Комментарий Шрила Прабхупады. Бхагавад-гите, верховная личность Бога, говорит, что материальная природа всего лишь исполняет его волю. Она является одной из многочисленных энергий Господа и подчиняется только ему. Будучи верховным трансцендентным Господом, он одним своим взглядом возбуждает материальную субстанцию. А действия, которые совершаются в результате этого, проявляются одно за другим, проходя через шесть стадий последовательных изменений. Так все материальное творение приходит в движение, появляясь и исчезая в назначенный срок. Но мысль о существовании непостижимой энергии Господа Шри Кришны, с помощью которой он появляется в облике человека, не умещается в головах людей, обладающих ничтожными знаниями. Он приходит в материальный мир, как один из нас. И в этом также проявляется его беспричинная милость к падшим душам. Господь трансцендентен к любым материальным понятиям, но по беспричинной милости к своим чистым преданным он исходит на землю и проявляет себя как личность Бога. В силу своей чрезмерной привязанности к атомной энергии грандиозной вселенской форме, философы-материалисты и ученые с большим почтением относятся к нынешнему внешнему феноменальному аспекту материального проявления, чем к номинальной сущности духовного бытия. Трансцендентная форма Господа не подчиняется законам материальной деятельности. И поскольку философы-материалисты и ученые судят обо всем, опираясь на собственный ограниченный опыт, им чрезвычайно трудно понять, как Господь может быть одновременно локализован и всепроникающие. Они не способны признать существование личностного аспекта Верховного Господа. Поэтому Господь по своей милости являет им аспект Вират, своей трансцендентной формы. И здесь Шукадева Госвами дает яркое описание этой формы Господа. Он заключает, что гигантский аспект Господа охватывает собой все. Ни один философ-материалист не способен выйти за рамки концепции гигантской вселенской формы. Неустойчивый ум материалистов постоянно переключается с одного предмета на другой. Поэтому им рекомендуют думать о Господе, размышляя о той или иной части его гигантского тела.
Тогда с помощью одного только разума человек сможет осознать присутствие Господа во всех проявлениях материального мира. В лесах, горах, океанах, людях, животных, полубогах, птицах, зверях и так далее. Каждая частица материального проявления является частью гигантского тела Господа, что дает возможность сосредоточить неустойчивый ум только на Господе. Сосредотачивая ум на различных частях тела Господа, материалист постепенно избавится от своего воинствующего демонического безбожия. Им овладеет стремление к преданному служению Господу. Поскольку все сущее является неотъемлемой частью полного целого, неофит со временем поймет смысл гимнов и шипанишат, которые утверждают, что Верховный Господь присутствует всюду, и научится вести себя так, чтобы не наносить оскорбления телу Господа. Сознание присутствия Бога обуздает гордыню человека и избавит его от сомнений в существовании Господа. Так можно научиться оказывать почтение всему сущему, поскольку все, что мы видим вокруг, является частью тела Всевышнего. Янна савашвара виграхасья яса невеша катхито маяте сандарите смин бабши тхавиште манасва будхья наэтост кинчит. Итак, я писал тебе вселенскую форму личности Бога, состоящую из грубых материальных элементов. Тот, кто действительно стремится к освобождению, сосредотачивает свой ум на этой форме Господа, потому что в материальном мире нет ничего, кроме нее. Вторая песня Шримад Бхагаватам, первая глава, текст 38. Первый шаг познания Бога. Итак, здесь говорится о том, что Бог есть всюду. Всюду, где Он имеет личностную природу. И тогда в этих двух утверждениях можно найти и почувствовать противоречие. Если он всюду, то как же он остается личностью? То есть это больше напоминает аспект безличный, безысущий. Нет границ его существованию, значит, нет какой-то определенной формы, нет определения конкретного. Просто уходящее нечто в бесконечность, нечто непостижимое, не постигается умом человека или чем-то еще. Но вот этот принцип, это понятие бесконечности, у человека оно материально. Он думает, что материя бесконечна, но она не бесконечна. Материя не бесконечна. Материя как раз конечна, она ограничена. Она во многих вещах ограничена. И во времени, и в пространстве также ограничена. И в качествах тоже ограничена. И мы, как духовные существа, находящиеся в материальном теле, можем чувствовать эти ограничения. И нас ограничивает материальная форма. Хотя она связана с безграничным пространством, кажется, и временем. Она нас ограничивает. То есть мы видим, что тут есть сочетание безграничного мира и каких-то конкретных форм, каких-то конкретных форм существования. Сочетается. И это называется философия чинти абхеда педататва, но непостижимое единство со всем этим безграничным состоянием и отличие. И также Господь, тоже говорится, Он един со всем этим безграничным и отличен от Него одновременно. Это исходит принцип от Всевышнего. Поэтому очень сложно понять Всевышнего. Очень трудно. То есть, все это есть энергии Кришны. Энергии Бога. То, что мы наблюдаем, нет границ, нет конца. Как солнечным лучам нет границ. Нет конца. Но в то же самое время Он сам отличается от всех этих энергий. Есть различия. И вот это называется личность. Когда мы начинаем различать в этих энергиях, мы находим какие-то конкретные формы, конкретные характеры, качества, индивидуальности, различия. И это называется личностный аспект.
То есть можно видеть личность таким образом. И эта вселенская форма, которую мы можем наблюдать отчасти, воспринимать отчасти, ученые пытаются больше это наблюдать, они постоянно наблюдают за тем, что происходит в космосе, насколько позволяют им глаза и приспособления какие-то. Это называется вселенская форма. Вселенская форма. Здесь также есть определенный порядок. В этом пространстве есть порядок, в ведах он описывается, как устроена Вселенная, уровни планетных систем описываются, существует середина Вселенной, низ Вселенной, верх Вселенной, то есть есть ориентиры. Есть четкая упорядоченность, как бы гармония. Это называется тело. Тело — это нечто такое гармонично созданное с определенной целью, которое выполняет свои определенные функции. И это тело вселенское, оно работает в шести как бы фазах, через шесть фаз проходит. Есть там шастра. Сначала появляется вселенская форма, она имеет сначала непроявленное существование, ее как бы нет вообще. Но потом она проявится в какой-то момент. Времени она проявляется и начинает расти. То есть развиваться, проявляться. Чтобы проявить себя полностью, это называется рост, постепенное проявление. Она не возникает внезапно и мгновенно каким-то образом. То есть нет. Есть такой порядок. Появление, а потом развитие. И когда что-то появляется, мы еще не знаем, что это такое. Пока не разовьется должным образом. Как если вы сажаете растение какое-то, оно прорастает, небольшой росток, еще трудно определить, что это. А вот по плодам уже можно точнее сказать, когда оно созреет, вот когда уже в зрелом состоянии, вы дадите ему название, определение. И также эта Вселенная, когда она проявляется, еще не ясно, что это такое. Как вот форма такая, зародыш эмбриона. И затем рост растет, мы наблюдаем ее проявление, в конце концов она созревает. И начинает действовать, то есть какие-то действия, функции выполняет, какие-то побочные продукты называются того, что в этой Вселенной еще много чего происходит, например, мы тоже живем в этой Вселенной, мы часть этой энергии, но мы как бы побочный продукт, то есть имеется в виду, что Вселенная без нас бы существовала. Но не какая-то важная часть, это побочный продукт. Например, у человека есть дети, это называется побочный продукт его тела. То есть он может и без детей существовать сам по себе, но у него могут быть дети. Это побочный продукт. Или деятельность человека, работа его, он что-то выполняет, что-то создает, строит здесь. Вот. Он и без этого тоже может отдельно существовать от всего этого, но это побочный продукт. Или пропадал другой пример, корова и молоко. Молоко это тоже как бы корова, но в то же время не корова. А что? Побочный продукт. Она дает молоко, но продолжает существовать при этом. И Вселенная также имеет свои побочные продукты. И вся жизнь, скажем, человеческая вот в этом мире, это побочный продукт Вселенной. Она без нас может существовать, и более того, деятельность Вселенной, деятельность человека могут не совпадать. Это называется побочный продукт. То есть вот эти жизнь ребенка, он поступает по собственному уже усмотрению желанию, может не подчиняться вашим планам. И наставления. В этой Вселенной также жизнь устроена, когда созревают и проявляются все эти планетные системы, все это устройство, жизнь. Вот эта жизнь во Вселенной живет, существует побочный продукт жизни Вселенной. Потому что сама Вселенная это тело Господа, говорит. Она поддерживается не нами, не живыми существами, а свыше. Моя такшена пракрити, все это сачарачарам, Кришна. Под моим контролем все это происходит. Подвижное, неподвижное, все контролируется мной. Не человеком. Не какими-то другими живыми существами. Хотя Кришна делает это при помощи живых существ. Созидание, поддержание, разрушение поддерживается его энергиями. Сам остается в стороне при этом. Так же, как хозяин строит дом, он знает, что там будут жить мыши. Побочный продукт. Он не для мышей строит дом, правда? Но мыши придут, потому что вот, живые существа с определенными желаниями, они, конечно же, придут туда, где пища. И он знает, он поэтому приглашает кошку. Живые у меня. Кошку он приглашает, наливая просто молока и сметаны. Он не заключает с ним договор про мышей и так далее. Нет, он вообще об этом не говорит. Он просто ей молока и сметана предлагает, и она живет у него дома. Но он знает, что желание кошки ловить мышей. Хозяин знает об этом.
Поэтому приглашает ее в дом. Так он без нее может жить. Правда же? Он сам по себе хозяин. Кроме того, еще и собака во дворе, потому что кто-то чужой может прийти, собака она. Так устроена, что будет лаять на чужого. Почувствует чужой запах, собака будет раздражаться. Раздражаться, гневаться и лаять. Агрессию проявлять. Это природа собаки. Зная природу кошки, с кошкой собаки, хозяин все устраивает таким образом. При этом кошка не догадывается о планах хозяина собаки. Они вообще не знают, как это все. Но хозяин знает о желаниях этих живых существ и использует их. Поэтому собака дом сторожит, но на самом деле это план хозяина. Кошка ловит на мышей, но это план хозяина. Это не план кошки или собаки. Итак, у нас есть свои планы, но мы должны знать, что мы побочный продукт этой вселенной. И эти наши планы могут не совпадать с планами Всевышнего. То есть на самом деле у Всевышнего, вот хозяина в этом доме, есть свои какие-то планы, личная жизнь. Там есть дети, там есть супруга, там есть его личная деятельность. Но ни кошка, ни собака не догадываются об этом. Кошка просто ловит мышей, ест сметану и вполне недовольна. Собака тоже выполняет свою функцию, но ничего не знает о непосредственной жизни хозяина. И Кришна Бхагавад-гите говорит, что вся эта вселенная, этот мир покоится на желании. На желании. Желание живых существ. Вот как Кришна управляет вселенной. Сама с твоей стороны. Это делают живые существа, но они не контролируют ничего, оказывается. Но они это делают. Кришна даже сам не разрушает эту вселенную, Шива разрушает, сам не творит, Брахма творит. Но дает свою энергию для поддержания Вишну, непосредственно сам поддерживает все это. Энергия поддержания от него исходит. Он поддерживает наши желания прежде всего, то есть мы же забываем все. Стоит нам уснуть, мы уже во сне все забыли, мы очень забывчивы. Во сне мы уже забыли, что нужно идти на работу утром. Иначе мы так с таким трудом не просыпались, правда? Мы увлекаемся куда-то во сне, в другие места, вообще все, мы полностью живем там, ощущаем ту атмосферу, и чтобы идти на работу, нужно снова как бы проснуться, собраться, вспомнить все. Если что-то очень важное, быстрее вспомним. Вскочим, как ошпаренные иногда с постелями, чтобы вспомнили вдруг что-то очень важное, да, память включилась. А так у вас нет зажжения. И каждое утро Прабхупада говорит, Святая Душа напоминает нам, что мы должны делать с вчерашнего дня. Каждое утро это происходит. А то почему бы нам бы не остаться во сне, как вы думаете? Даже проснувшись, оставайся, остаться во сне, есть такая вещь. Можете вообще не просыпаться. Есть такое состояние. Но мы давно в этом состоянии, собственно. Мы еще многие не просыпались. Пытаемся только проснуться, в сознании Кришны пытаемся проснуться, это иллюзия, но это трудно. Она многослойная, мы просыпаемся из одного сна, и входим в другой сон, думаем, вот она реальность, нет, это тоже сон и так далее, и это продолжается, и мы... Целый процесс пробуждения, видите какой. И по мере пробуждения у нас будет больше энергии, больше энтузиазма, больше веры, больше знания, то есть мы будем возвращаться в свое изначальное состояние духовное. И это означает, что побочный продукт этой вселенной, он безграничный, безграничный аспект его проявления. Куда можно войти, запутаться, забыть Кришну. Это побочный продукт вселенной, то, что мы видим, все эти творения, живых существ, их деятельность, их планы и все остальное. Но затем, следующий этап, начнется увядание. Даже Вселенная, она будет увядать. Вот сейчас мы еще этого не чувствуем. Потому что в данный момент описано, мы в середине жизни Брахмы находимся, ровно посередине. 50 лет этой Вселенной. Значит, пол жизни Вселенной прошло. Это еще не старость, но уже не юность. Уже эта Вселенная не юная. Брахма уже устал немножко. 50 лет уже устаю. Уже кажется, хватит бессмысленно так вот бегать, что-то делать, работать, побочный продукт. Так много уже. Так много сложностей от этого всего. Так, согласны? Вот, например, развитие любого государства, если возьмите его от начала до конца, любая цивилизация имеет начало и конец. Не так ли? И разделите, слите 100 лет напополам, увидите, что в середине жизни этой цивилизации тоже наступает некоторая усталость.
как Союз Советских Социалистических Республик 70 лет, вот разделите цифру пополам, 30-35 лет Советскому Союзу, и уже чувствовался некоторый застой, дальше больше, а потом уже устаревание строя, нет уже вдохновения, снова эта идея, она уже не вдохновляет, и люди начинают приспосабливаться, уже не хочется делать что-то альтруистическое, бескорыстное, героическое, хотим какого-то покоя, умиротворения, то есть стареет устройство, устаревает устройство. Даже когда человек немножко стареет, за 50, ему тоже хочется уже больше покоя, пусть молодые что-то делают. И вот так же эта Вселенная, эти шесть фаз проходит любое творение в этом мире. Государство ли это, город ли это, человек ли это, планета ли это, и Вселенная. Любой предмет имеет начало, середину и конец, так говорится. И это увядание наступает постепенно, и затем исчезновение, полное разрушение. Сворачивается все. Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, что так же, как человек снимает одежды старые, обветшалые, непригодные уже. Он не хочет их носить на самом деле. Он их просто снимает, чтобы одеть новые одежды. Мы так делаем. И мы выбрасываем эту старую одежду куда-то и сжигаем, и не вспоминаем. Она не привлекает на самом деле. И то, что мы видим, вот эту Вселенную, она еще кажется привлекательной, то в конце творения она не будет привлекательной. Этот мир не такой будет привлекательный. Перед разрушением. Привлекательно, когда вот это юное, свежее состояние, тогда оно привлекательно, цветок, он привлекательный, когда он свежий. Если он стоит, уже начинает вянуть, не привлекает. А завял, нужны отталкивающие впечатления. Тот же самый объект. Также и тело человека, оно привлекательно, в юности красивое, потом оно уже увядает, в конце концов, уже в глубокой старости. Впечатление отталкивающее производит тело. Оно как бы изуродованным кажется старостью. Такое впечатление. Если отрастать себя с телом, то мы переживем все эти фазы. Неминуемо. То, что будет очень привлекательным и желанным, в конце станет отвратительным. Вот эти фазы шесть существуют. Вселенской формы. И нужно знать это. И ум имеет такое свойство, если описывает Прабхупада в комментарии. Ум чанчала, он прыгает с объекта на объект. Он ищет какой-то новизны, поскольку это все увядает. То привлекает, то не привлекает, то отталкивает, то хорошо, то плохо, то тепло, то холодно. И человек ищет удобных мест в этом изменяющемся пространстве времени. Он постоянно пытается приспособиться, потому что постоянно меняется все. Он ищет каких-то удобств постоянных и находится в движении поэтому человек. Он в движении деятельности, чтобы как-то комфорт этот поддерживать. Поэтому ум скачет с объекта на объект. Присоединишься одним объектом, он ищет другой объект. Вот таким образом скачущий, чанчала называется. Вот так он будет прыгать туда-туда-туда. Он и сейчас такой, пока мы даже слушаем, он не перестает это делать. Это его природа. Неустойчивая природа. Изменяющаяся природа. Пытается опередить события также из страха. Предугадать, что там будет, подготовиться к этому. То есть у него много проблем на самом деле внутри у человека. Умственных. Чанчала. И как же его успокоить? Вот это один из методов, что трансценалисты практиковали этот метод. Они воображают. Эта форма воображаема, то, что написано здесь. Вселенская форма, не увидите ее, как ноги, руки. Нет, нет, нет. Вы увидите, вот космос просто. Но его нужно вообразить при помощи ума как раз, чтобы успокоить его. А это все есть тело Господа. Это несложно. Установить в уме. И поэтому, что бы вы ни рассматривали, с чем вы не соприкасались, это Верховный Господь. И таким образом ум умиротворяется. Чья это земля? Маркиза Карабаса. А это чья? Тоже Маркиза Карабаса. И куда вы ни пошли, это земля Маркиза Карабаса. Это земля Кришны, это энергия Кришны, это энергия. А это что не знаю, что он, это тоже энергия Кришны. А раз энергия Кришны, есть ее предназначение, свою функцию, мне тут вмешиваться не нужно. Тут все в порядке, не так ли? Но если я не знаю, что это энергия Кришны, я думаю, а вдруг эта энергия не очень подходящая, а может она даже лишняя, а может быть даже она опасная или вредная, может ее вообще устранить, эту энергию,
или подчинить эту энергию. То есть как ученые так размышляют? Мы открыли очень опасную энергию, они говорят. С этим нужно что-то делать. Микроскоп открыли, о, очень опасный микроб вокруг нас, но нужно что-то с этим делать. Стали химические препараты вводить, после этого применять. Когда увидели, что есть много микробов, и они подтачивают нашу жизнь, подумали, вот это и причина старения смерти, микробы. Первое. Теория была так заключена, что мы, кажется, нашли причину болезни и старости, и смерти. Это микробы. Убьем микробов, будем жить вечно. Вот они и убивали этих микробов, видите, а микробы приспосабливаются очень хорошо к лекарствам. Лучше, чем человек. Грипп быстрее это все делает, чем человек с гриппом. Не может победить. Потому что они не знают, что микробы это тоже энергия Кришны, они управляемые. Сами по себе они не знают, что делают, но Кришна знает, что они делают. Кришна знает, что микроб активизируется, когда у человека плохая карма. Ну просто, когда человек совершает дурной поступок, у него появляется, у него меняется умонастроение, умонастроение влияет на его уже тело, и микроб чувствует, что дверь открыта, и можно зайти. Вот и все. Как только двери открываются, и табличка «Добро пожаловать к гриппу». Он заходит, вот и все. Он не враг, его просто приглашают. Сам же человек своей греховной деятельностью приглашает того или ту или иную болезнь к себе. И она входит. То есть, не знает человек, не знает механизм, что это связано с деятельностью. Вот этот побочный продукт, очень важно понять. Как быть связанным с этой деятельностью вселенской формы? То есть, конечно же, в ведах описываются предназначения живых существ, планет, есть высшие планеты, средние, низшие, и как туда попадают живые существа, и почему, и какие формы жизни существуют, чтобы мы тоже имели представление о том, что же такое вселенская форма, какой ее же все-таки смысл назначения. Она имеет свою великую гармонию, совершенство, сама в себе она полна и совершенна. И таким образом человек может научиться доверять этой форме, доверять творению и действовать осмысленно, целесообразно с этой высшей волей. Вот в этом замысел, то есть познание вселенской формы, чтобы здесь человек не нарушил этого высшего плана. Высший план необходим. Например, они борются со старостью, а зачем? Кто сказал, что старость плохо? Есть предназначение у старости. Они не думают об этом. Они хотят остаться вечно молодыми, потому что им нравится удовлетворять чувства. Вот как в молодости чувство удовлетворял, хочу и сейчас точно так же. Доктор, помогите мне. Сделайте что-нибудь, чтобы мои органы опять функционировали, стали сильными. Пищеварение, гениталии, все слабеет. А я хочу наслаждаться. Чем? Пищей, языком, гениталиями. Поэтому, доктор, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы я стал снова привлекательным. Снова у меня зубы были нормальные. Чтобы я был красивым. В центре внимания, чтобы я был счастлив. Снова ходил, танцевал, пил спиртное. Гулял с девчонками, как раньше, бегал. Чтобы я больше с тросточкой не ходил, согнутый, и запаха дурного не источал. Ну да, человек очень озабочен этим, очень озабочен. Потому что он помнит, что вот как хорошо было наслаждать чувствами, вот в этом и есть суть жизни, он думает. Но нет, суть жизни в другом, совсем в другом. Человек должен понять отличие материи и духа. И если не поймет это в молодости, он очень хорошо поймет это в старости. Уже по-другому. Непосредственно ощутит это материальное тело на себе, которое лишено жизненной силы. Очень страшно. Пока в теле жизненная сила, он не замечает, не видит отличия материи и духа. Тут тело и душа одно и то же. Ох, какое счастье. Прыгать, скачи, бегать, столько сил, правда же. Только почему-то все заставляют тебя работать. Как раз потому, что ты можешь бегать, прыгать, скакать, у тебя много энергии. Тебя как раз вот заставляют работать постоянно. А вот как только деньги накоплю, я буду бегать, прыгать и работать не буду, правда же? Он накапливает деньги, а потом замечает, что бегать, прыгать уже не может. Уже свое отпрыгал. Все, деньги накопил, и молодость тоже ушла. Тогда он думает, а как, зачем тогда я жил вообще? Как теперь наслаждаться? Он эти деньги использует на какие-то медикаменты, на восстановление этого тела, и в конце концов просто умирает. Он запутывается. В этом процессе из шести изменений должен понять, а это вселенская форма действует. Она вся такая, целиком. Ее побочные продукты работают по тому же механизму. Программа одна и та же для всех. Рождение, смерть, рождение, смерть, рождение, смерть, рождение, смерть. Все зациклено.
все запущено в цикл. Замкнутый цикл. И этот замкнутый цикл имеет 6 фаз для самоосознания. То есть от рождения до смерти есть период времени. И после смерти до рождения тоже есть период времени для какого-то осмысления. То есть в промежутках мы должны что-то осмыслить между рождением и смертью. Особенно важно, когда мы рождаемся в человеческом теле. Имеем воплощение именно в человеческом теле, которое предназначено для этого осмысления. Человек может догадаться, да, есть рождение, смерть, есть повторы, реинкарнация. Он может обрести такой рассудок, разум, опираясь на Писание, на опыт великих мудрецов, на свое сердце, на веру. Все эти энергии он может пользоваться, особенно верой. Для человека это очень важно. Вера – это главное условие его существования. Если он лишен всякой веры, он уже не сможет жить цивилизованно. Он должен верить. И вера дает ему знания. Знания продвигают веру. Этот процесс уходит очень далеко, очень. За пределы Вселенной уходит. То есть знание и вера – это духовные качества. И вот в сердце человека они живут внутри, как духовная энергия. И при помощи этих двух энергий, веры и знания, человек может осознать очень многое в этой промежутке между рождением и смертью. Как? Пройдя 6 этих фаз, 6, от начала до конца. Много раз потребуется человеку пройти этот цикл. Если он не совершает никаких грехов, он очень много может достичь. Итак, он будет задумываться, вот тело меняется, меняются и мои желания, меняются и представления. И он таким образом уже не доверяет самому себе. Это сейчас я так думаю. А что будет в будущем, я не знаю. Он не доверяет этому телу. Тело обманывает, оказывается. Был ребенком, и думал, всю жизнь буду бегать, играть, скакать. Тело так думает. Да, я всю жизнь так буду делать. Подрос и забыл. Тело обмануло. Оно изменилось. Молодец, он думал тоже, я буду делать то-то, то-то, то-то. Там всякие планы у него были. Клятвы давали. Дружбы, там, любви. Так гроба, в один день умрем и прочее. Очень быстро все изменилось. Чуть-чуть меняется тело. Появляются дети. Все. Совсем другое сознание. Другие представления о жизни. Снова меняет свою программу. И снова установить что-то вечное, какие-то принципы, которые снова изменятся к старости. А потом он уже себе не доверяет. Нет, лучше ничего не планирует. Я не знаю. То есть телу не доверяет человек. Это и есть начало самосознания. Не доверяйте желаниям, потребностям тела. Не доверяйте собственному уму. Это майя, это изменится. 6 фаз пройдет. И на каждом моменте вы будете обмануты. 6 раз вас обманет. Тело, в течение жизни. 6-7 раз примерно. Оно изменится полностью благодаря обмену веществ. 6-7 раз в течение жизни. Как раз. Примерно такая же цифра получается. 6-7 раз. 7-11 лет примерно тело меняется целиком. Все клетки обновляются заново. Значит, 6-7 раз этих фаз как раз и есть. Оно будет обманывать. И в чем же истина? Человек может только понять, снова находясь в утробе матери, написано Шимадбхагава. Даже не в момент смерти, если он не практиковал. А в утробе матери он будет молить Бога, если благочестив, все месяцы. Господи, освободи меня от этой муки. Я больше никогда не буду рождаться, буду служить Тебе. Но рождаясь, опять забываю. Потому что находит прибежище у матери, у отца. Он только встанутся на ноги и начинает бегать, вообще забывает. Лет до 5 он еще что-то помнит, какие-то, можно сказать, о воплощениях каких-то своих прошлых, прошлой жизни немножко, а потом уже полностью забывает, когда тело становится на самом деле более самостоятельным, у него снова возникают планы. Как быть счастливым в этом мире? Я закончу такое образование, получу, я сделаю то-то, устроюсь так-то, заработаю деньги, у него возникают планы, он верит в них, и снова обман, и снова иллюзия, и снова старость. И снова непослушные дети. Снова все планы рушатся. И снова смерть. И снова утроба матери, о Господь, прости, я просто забыл. Теперь я тебе точно говорю. Освободи меня от этих мук. Я не хочу больше рождаться, умирать. Займи меня служением тебе, я хочу осознать себя вечной душой. Но родишься, маму увидит и папу. Если мама и папа не преданы, он очень быстро все забывает. Если они преданы, он может помнить.
помнить до какого-то момента времени, он еще помнит, потом в юношеском возрасте снова будет забывать, потому что видит девчонку или мальчишку, кто-то увидит. Очень красивого или привлекательного парня. И на какое-то время все равно забвение будет. Майя, она очень сильна. И потребует много сил для того, чтобы служить тоже этой энергии. В исполнении просто материальных желаний. Это очень настойчивая энергия. Она постоянно с нами каждую секунду, видите, напоминает нам через ум, что ты хочешь, что ты должен делать. Ты же мужчина, но делай. А ты женщина, делай. Нужно быть счастливой женщиной, счастливым мужчиной, не так ли? А она не говорит, ты душа. Майя не скажет так. Это, конечно, душа, но это понятно. И так, а вот посмотри, ты в зеркало на себя. Вот кто ты в этой мире. Видишь, по-настоящему, если говорить. В реальности ты вот кто. Это, пожалуйста, борись за существование. Вот чем нужно заниматься. А душа, это потом, она все равно не умрет. Не беспокойся. А тело-то, оно умрет, так что позаботься о теле. О старости позаботься. О похоронах собственных позаботиться, завещание напиши. Это очень важно, понимаешь, очень важно. А душа, она все равно умирает, забудь про нее вообще. Зачем она тебе нужна? Она все равно вечная, нетленная, неизменная, дети говорится. А вот тело нужно поддерживать. Интересный язык у Майя, правда? И тоже философский. И мы это и чувствуем, потому что думаем, что это так важно все эти телесные программы поддержания. Самое важное в жизни. Почему? Потому что сознание пронизано страхом. Из тела исходит страх, оно временно, оно изменчиво. Это состояние страха называется. И под влиянием страха Майя убеждает нас, что мы боимся. И Веда говорится, как не бояться? Как освободиться от страха? Нужно видеть, что это все есть Верховный Господь, вселенская форма. Страх уйдет. Все под полный контроль. Нет необходимости тратить на все это лишнее драгоценное время. Это все работает и без моего участия. Я могу думать о Кришне. Нужно ли не думать о теле, вот, например, заботиться, когда оно проголодается и так далее. Оно само проголодается, правда? Можно не думать об этом. Оно само проголодается, скажет, слушай, тут уже столько, уже есть пора. Подожди, я тут занят. Лекция. Да, лекция, ну понятно, да, очень важно. Лекция это твой престиж, так же, ты же говоришь, ты не можешь, конечно. Но в какой-то момент скажешь, нет, все, хватит, пора, пора, завтрак. А в конце просад это тоже преданное служение. А, ну да, это преданное служение. Теперь ты понимаешь, что пойдем слышим другое преданное служение. Ну просто есть хочет делать. Или спать хочет, можете заниматься чем угодно, об этом не думать. Оно само скажет, я спать хочу. Ну, сколько времени? Ну, слишком рано, нет, подожди, терпи. Ну, ладно, терпи, у тебя порядок, ты очень строгий. Вообще, ты плохо меня понимаешь, ты не внимательный ко мне, сам. Мне нужно беречь, ожидать Всевышнего, понимаешь, тоже. Не просто так. Человеческое тело очень ценно, нужно беречь его. Написано в шастрах. Оно будет конючить таким образом. Если вы заняты преданным служением, вы увидите, что этот голос слабее. Он как бы говорит, но он уже так неуверенно говорит. Я, конечно, не знаю, ты конечно, сам лучше знаешь. Вообще-то это тело, это дар Бога. И хотелось бы, чтобы ты как был более внимательным. Я извиняюсь, я не хочу вмешиваться в твои дела вообще. Я хочу тебя тревожить. Но вот мне так кажется. Такой неуверенный голос. Настойчиво уверен, что он сказал, сразу делать, есть, да, надо, есть, спать, да, надо спать, заболел, лечиться срочно. Но страх, паника, на по каждому поводу. Человек так беспокоится об этих потребностях. 12-й год вообще, с ума сойти. Все тела сейчас обеспокоены, все тела бегают обеспокоены, по всей планете просто, все ждут, когда же 12-й год наступит. А затем оно становится просто говорит, хочу есть. Ну, ты можешь без этого обойтись, конечно, тело говорит. Но вообще можно было что-то поесть. Ну, ты можешь без этого обойтись. Оно скажет правду какую-то. Тебе это не особенно нужно. Но вообще, пока ты живешь, конечно, поддерживай тело как-то. Все-таки это возможно служить. Здравый смысл, без страха.
так тело само о себе напоминает, само о себе говорит, думать об этом не нужно. Ум у нас на самом деле свободный. Вот это нужно понять, что освободив ум, мы ничего не теряем. Нужно бояться освободить ум от этих настойчивых проблем и размышлений, которые гложат наше существование всю жизнь. От рождения до смерти. Все эти шесть фаз будем продумывать. А что о них думать? Просто рождение, рост, созревание, побочные продукты, увядание, смерть. Думай, не думай. Каждый пройдет через это. Думать нужно о Кришне, например. Ум должен быть свободен. Вот так жизнь организовывается. На каждой фазе жизни. И мы увидим, что в этом смысле эти фазы, они нам очень помогут. Если думать о Кришне, то самое лучшее время именно в конце жизни. Антенна райная, смотрите, естественно в конце жизни погрузить ум в Кришну. Абсолютно естественно. К телу уже никакой привязанности не будет такой силы. Когда тело уже приходит в упадок в полный, очень легко думать о Кришне. Если мы, конечно же, освободились от страха. Сильный страх возникает перед болью обычно. Это тоже майя. Когда Прабхупаду спросили, что делать, если в момент смерти я буду чувствовать сильную боль. Прабхупада сказал, если ты будешь громко встретить Хари Кришну, ты не почувствуешь боль. Это йога. Ты не почувствуешь боль. Если ты будешь громко к Кришне обращаться, ты не почувствуешь боль. Не беспокойся. Ну, бывает, что нет голоса, но вы можете в уме это делать громко. Не имеет значения, слух или уме. То есть, таким образом, зная суть бхакти-йоги, страх должен уйти. Мы должны бояться, потому что мы живем внутри тела Господа. И эта форма поддерживает каждое живое существо, заботится о каждом живом существе. Лучше, чем мы сами о себе можем позаботиться. Гораздо лучше. Уже все подготовлено. Поэтому, хотя жизнь кажется суровой, это не совсем так, она сурова для тех, кто привязан к телу сильно, чувственным наслаждением, и хочет этой вечной молодости в физическом теле. Тогда это же очень сурово будет, очень болезненно человек проживет эту жизнь. Но если он принимает этот замысел вселенской формы, если он понимает эти вселенские законы, он освобождается от страха и боли, и несчастья. Он счастлив может жить в этом мире, потому что это энергия Бога, и счастлив уйти духовным. И в этой жизни может быть счастлив, и в следующей жизни также он счастлив, говорит. Это жизнь сознания Кришны. Трансценденталисты таким образом ум устанавливают, что мы живем в энергии Кришны. Это его вселенская форма, это его тело. Освобождается от всех беспокойств ума. Такова практика здесь описана в этом стихе. Хари Кришна. Вот эти два вопроса, пожалуйста. Сразу в уме напросился такой вопрос. Он возмутился, скажу честно. А как вот рекомендации относительно поддержания тела? Это не усиливает телесный концепт? Ну, например, рекомендуется укладывать его в определенное время, поднимать тоже в определенное время, питаться в определенное время, определенные продукты, и тогда заниматься с упражнениями. Как вот с этим быть? А в чем вопрос? Вопрос в том, что это может усиливать телесную концепцию. Режим дня? Да. Нет, как раз не усиливает. Телесную концепцию усиливает спонтанная материальная жизнь, не отрегулированная. Душа, она спонтанная. Поэтому, если кто-то себя отрастает с телом, он хочет жить по законам духа здесь, по законам свободы, спонтанности. А тело, оно живет по как раз и регулируемым законам. Поэтому, если на жизнь отрегулирована, ум освобождается. Вы знаете, в какое время что нужно делать, и ни о чем другом не думаете. Если жизнь спонтанна, то постоянно в размышлениях об этом находится. А что сейчас делать? А что сейчас делать? А сейчас что делать? Сейчас получится снова думать, а что теперь делать? Если все спонтанно. То есть он будет постоянно занят какой-то материальными планами деятельности. А если все отрегулировано, ум освобождается. Все известно, что нужно делать в какое время. 4:30, все ясно, что нужно делать. И ум
постепенно привыкает все это делать день за днем, ум уже не спорит с этим. Тело может работать автоматически на этом режиме. И вы даже можете не замечать, как просыпаетесь, как делаете омовение, как делаете то или другое, можете даже не замечать, можете думать о другом. Чужого человека. Нам не принадлежит. Но значит, вы пройдете мимо, даже не задумайтесь, что там лежит. Как мусор. Проходите мимо, не задумывайтесь, что там лежит. Это не мое. Вы не отрезвляете мусор с собой, правда же? Мимо мусора вы проходите, думаете, это не мое. Явно не мое. Мне не принадлежит. Пусть мусорная машина придет и заберет все это. Нет, нет, нет. Вот так же вы относитесь к чужой собственности. Не понимаю, спокойно проходите мимо, вас не беспокоит, кто у кого что есть. Кто что носит, кто как одет, кто на какой машине ездит, вас не трогает никак. Как мусор. Я думаю, вас именно слово «мусор» смутило. Что так? Вы фуне. Нет, 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 это не так. Имеется в виду, что вы равнодушны. Равнодушны. А зависть, зависть как раз человек отождествляет, и он начинает нервничать, что это не его. Критиковать, что это не его. Да, люди стоят и критикуют что-то там, какой-нибудь там предмет, вещь какую-то критикуют, потому что отождествляются. Или какого-то человека критикует. Я бы сделал не так, а вот так. Если человеку кажется, что он должен делать так, как я думаю, как я понимаю, как я хочу, все должны так действовать. Это тоже отождествление. Вы говорили, что мы больше всего боимся нового мне тела, боли. И поможет это... А я вот на себе замечала, что я когда болею, мне очень больно, я вообще не могу святое имя повторить. Мне вообще стыдно. С чем это связано? Научитесь. Научитесь. Этому можно научиться. Я понимаю, это не просто. Такая йога. Это же йога у нас. Обычно люди на гвоздях сидят, допустим. Вот мы не сидим на гвоздях, говорим Бхагаватам, заметили? Если хотите, можно здесь гвозди набить. Два часа сидеть, слушать Бхагаватам и проверить, кто какой йог. Но мы не делаем это. Естественно, есть фазы, и все придет в свое время. Болезни, боль. К этому тоже нужно привыкать. Тело не будет лучше становиться. К этому тоже нужно привыкать. Нужно смиряться с этим. Кришна говорит Бхагавад-гите 10.25, что и жертвоприношение он джапа. Значит, и в Двапара Югу джапа была самым важным жертвоприношением. А что значит сейчас для нас джапа? Это Кришна? Ну да. Ну да, вы же ответили на вопрос. Гите-то говорится, что тут можно объяснить. Джапа — это безмолвное повторение мантр. Мантр очень много. Когда вы читаете веды, вот садитесь, просто читаете, вы можете просто шлоки читать. Это тоже как джапа, может быть, тихо, умело можете произносить шлоки из священных писаний. Это тоже джапа, гайдри также читаете. Принцип джапы, потому что повторяете беззвучно или тихо для себя. Вот так процесс называется. Мантр очень много. Джапа — это не только Хари Кришна мантра. Джапа — это уберете четкие и повторяете для себя мантру. А мантра очень много. Всегда есть гимны, которые пропевали брахманы, или как джапы повторяют.
50 минут. Когда Господь Кришна расправлялся с Кали, его игра была, то есть и жены Кали читали ему молитвы. То есть они создавали, что перед ними Всевышний, Кришна, а в конечном итоге они все равно сказали: верни нам драгоценность нашей жизни. То есть, имея в виду, то есть мы сделали приоритет для Калии, хотя они сознавали, что перед ними Кришна, драгоценность нашей жизни. Почему все же так произошло, что они в конечном итоге попросили вернуть драгоценную жизнь, имея в виду не Кришну? Почему они не бросили злого Калию, не вышли замуж за Кришну? Она неверные жены, потому что... Я не это имел в виду, но я имел в виду. Почему все же они, сознавая, что перед ними Кришна, то есть... Я не имею в виду, что бросить Калию, а... Да-да, я понял. Змеи злобные, правда же? Но по отношению к своим женам он очень любящий. Они знали его с этой стороны. Как жены. Ценили. Но они же сознавали, что перед ними Кришна. Да, вот эта любовь тоже от Кришны была. Любая любовь от Кришны. Это очень интересный вопрос. Любовь к родственникам — это тоже от Кришны. Супружеская любовь в этом мире тоже от Кришны. Мы это принимаем, потому что это от Кришны. Значит, это не было таким привлекательным, таким ценным для нас. Это тоже энергия Кришны. Она по-разному проявляется, здесь говорится. Очень разнообразно. Поэтому всегда ценится любой человек, который проявляет любовь к кому-то, он становится ценным, даже если он демон. Потому что он тоже энергию Кришны использует, он живет благодаря энергии Кришны. Какие-то ценности есть у каждого человека. И они принимаются. Значит, выходит, не жизнь является даром, а любовь. То есть жизнь — это как естество, а любовь — это дар. Да, да. Ну, жизнь и любовь, они где-то как понятия, близкие, синонимы. Жизнь без любви, она не бывает. Как минимум, любовь к себе существует. Всегда стимул. Это и есть жизнь. Если человек кого-то еще полюбил, для него это считается большая удача. Что он способен кого-то любить, это уже в жизни переворот наступает. Любил себя всю жизнь, теперь он любит кого-то, уже служит кому-то. Уже большой шаг сделал в развитии. Но если он полюбил Кришну и служит Кришне, он освобождается. Есть живые существа, готовые к этому освобождению, есть, которые не готовы к освобождению. Они должны любить семью, любить страну, любить Бога как долг, как обязанность в этом мире. Это все от Кришны. Но в конечном итоге нужно любить Кришну. Тогда все долги уже выполнены, считаются, Кити говорит. Это тоже Кришна. Другая его сторона, Кришна, называется Майя. Забвение Кришны. Что такое забвение Кришны, знаете? Это переключение внимания на себя. То есть Кришна, а есть я. Вот я забываю Кришну, тогда Кришна кто? Я. Я Кришна. Поэтому иногда преданные, которые были в сознании Кришны и ушли, они говорят так, что я уже знаю, я был в сознании Кришны, я хочу идти дальше. Хотя дальше уже некуда идти. Оказывается, можно идти дальше. За иллюзией. Что типа,
Я себя чувствую самостоятельно, независимо от правил предписания, от жапы, там, от чего-то еще. Каждый день вы это делаете. А я свободен, я иду дальше. Но дальше-то в Майю, где он может себя проявить как свободное, независимое существо, как Кришна. То есть. Наша роль — служить Кришне, а он хочет освободиться от служения. Это тоже Кришна, имитация Кришны. Это Кришна и не Кришна еще называют. И так, и так. Это Кришна, когда вы общаетесь с таким Кришной, вы деградируете. Это Майя уже, это его энергия, это не он сам лично. А мы хотим лично с Кришной общаться, это большая разница. Где взять силы, чтобы вести себя как душа, а не как тело? Тело сильнее. Самое сильное в теле — это сексуальное желание. Как говорил Мадхавачарья, еще одно такое желание, если было бы у человека, можно было забыть освобождение навсегда. Это было бы невозможно. Нам нужно победить только одно желание. Проконтролировать. Это сексуальное влечение. Поэтому существует культура, время, практики в рамках культуры разумной, законных отношений. Там вы найдете силы, чтобы продолжать совершать преданное служение. В этой культуре взаимоотношений человеческих мы найдем силы. Если люди постоянно будут друг друга эксплуатировать или не уважать, пробуждая лишний раз желания сексуальные или ненужные вещи, вступая в конфликты постоянно, другое проявление этого, нам будет трудно найти в себе силы продолжать преданное служение. Но если мы создадим хорошую культурную среду, у нас будет больше сил. Достаточно будет сил. Варнашрама дхарме прогрессируют все люди, не только браманы, знающие писание. Любой человек прогрессирует. Потому что есть культура отношений. У каждого есть силы служить Кришне. Не то, что силы, даже много избыточной энергии. Много энтузиазма. А я слушал вашу лекцию о трех гунах материальной природы, что вы нам с вами, Махараджи, подготавливали. И, в общем, очень большое впечатление произвела эта лекция и провела перемену сознания. И вы бы не могли бы, когда в следующий раз приедете, почитать эти лекции? Провести семинар по гунам материальной природы? Это будет очень здорово для всех послушать. Ну, если хотите, можно провести такой семинар. Освежить. Что ж такое гуны материальной природы? Только мне нужен материал будет. Является ли критика проявлением зависти? Ну да. Ну да, что это такое? Всегда, то есть, прям удавляется, это означает, что есть зависть. Именно как я. А, то есть вы сомневаетесь, всегда ли есть зависть или не всегда? Да. Зависть есть всегда. Всегда-всегда есть зависть. Пока мы воплощены в теле, какая-то зависть присутствует. Отождествление с телом означает, будет зависть. Но это в разных гунах природы. В невежестве, в страсти, в добродетели. Зависть в добродетели, в общем-то, не так уж мешает нам. Она даже помогает. Мы хотим сделать лучше, чем кто-то. Это стимулирует нас служить лучше. Вот зависть в страсти, она уже опасна. Что-то сражение начинается. Или в невежестве ненависть возникает в человеку. Кто лучше меня, я начинаю его не любить, недолюбливать или ненавидеть. В чем-то меня превосходит человек. В страсти они сражаются, и победитель прославляется. Но этому конца нет. После победы сразу начинается новое сражение. И так каждый будет побежденным победителем в итоге. В страсти вот такие неустойчивые победы. А в благости это происходит на уровне преданного служения, практики. Кто тоже в садане. Кто лучше знает шастры,
Кто лучше поет киртан? Стараются, кто-то лучше, ну хорошо, сейчас я попробую, я тоже не хуже должен спеть киртан. Это в добродетели можно принять. Получается, тогда критика тоже может быть благость? Критика, да, должна быть благость, иначе будет трудно. Критика благости должна быть. Мы должны критиковать с уважением человека, не теряя к нему уважения. То есть, когда вы видите недостатки у кого-то, вы не должны терять уважение к человеку. Это взгляд добродетели. Не так, что я общался нормально с человеком, уважал его, и все было хорошо. Вдруг заметил какой-то недостаток и отверг. Это глупость. Али Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Дхьянчандра Чаран Махарадж ки джай. Thank you.